Всем привет, вы на канале PlayPanda. У нас сегодня The Banshee. Это хоррор. Я слышу только громкий звук. Громкий звук дождя. И вижу полигоны. Значит, будет либо страшно, либо очень-очень страшно. И давайте начнем. Поехали. Что нам ждать-то? Чё толку ждать мы будем? Ой-ой-ой, как чувствительно-то все. Вот это еще куда ни шло, но все равно очень чувствительно. Strong tonight, maybe я палка и огонь на press enter to continue. Нажми на огонь. На какой огонь мне нажать? Может быть, у людей многих огонь не на эту кнопку? Я вижу здесь туман. Вижу, что мне что-то попалось под руку. Вижу книгу, вижу... Нажми на огонь. Я нажимаю на огонь, на этот... Сейчас я научусь. Нажми на Fire. F, F, Fire, Enter, пробел, Ctrl, Shift, Ctrl, Shift, Alt, Tab, Escape. Escape ничего не делает, Escape показывает мне мышку. Бегать может, значит, клавиатура работает. Нажимаю на все, нажимаю на это, нажимаю на то, нажимаю на это. О, блядь, на Fire, на костер, ёб твою мать. Очень громко меня сбивает это с панталыки. Вообще сбивает очень сильно, потому что... Что за орущая бабёха там? А, что это такое? I swear I just hearing someone crying. Oh, there, me mind must be playing tricks on me again. Ну, короче, я услышал что-то за страшный звук, и что-то я должен что-то проверить, что ли, наверное, или как-то пробовать. Блять, ты что делаешь? О, тень. Maybe I should go check out. Пойдем, пойдем, конечно, пойдем, проверим. Hit outside. Ты видел там тень? Там тень появилась вот тут на этом, прям на этом, на полу. Ты видал? Нет, ты видал? Страшно как, блять. Ух, сука. Ух, погнали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как проседает-то. Дождячок, конечно, делает свое дело. Follow the whales. Что такое whales? Тридцать FPS, конечно, это не то, что я ожидал от полигонов. От игры как будто на Сеге. Это, блин... Где-то там орут. А почему я не бегу? А у меня же нет никакого этого. А, у него выносливость как окончается, только она не показана нигде. О! Бабёнка, привет. Пропала, блин. Ну пойдем, мы по тропинке пойдем. Жутковато просто, и шумно очень. Шумно, я не люблю, когда шумно. Ты отвлекаешься на этот шум, и постоянно вот ты... Отвлекаешься, 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 а потом тебе бог, блин, показывает какую-то хреноту, и ты боишься всего, что только можно. А все почему? Потому что ты, блин, слушаешь этот шум, он настолько въелся в твои уши, что ты уже просто там... Вот это вот завывание постоянное. Они как бы сбивают тебя с толку, и кажется, как будто ничего не произойдет. А оно произойдет, оно когда-нибудь тебе стукнет по ушам-то. И стукнет, мама, не горюй, тебе мало не покажется, блин. Вон она стоит, я так понимаю, да? Чё орёшь-то, баба? Баба, женщина, вы что орёте? У вас чё, блин, котёнок пропал. Чё у вас случилось? Опять пропало, ну? Follow the whales. Whales — это...
не знаю, за ведьмой, может быть, но Вичер это ведьма, а не Уэйлс. Я назад изредка буду оборачиваться, типа, ну, вдруг я что-то там... Куда я иду? Вот мне единственный вопрос, который, ну, меня пока тревожит, потому что, ну, я как бы просто иду, знаешь, иду и иду. Меня что-то пугает, там что-то происходит, кто-то кричит где-то. Но ведь это же ведь не вся игра-то в этом будет заключена, правильно? Эта игра-то как какой-то смысл должна нести. Все-таки в конце-то концов, это же ведь игра. Да, она, конечно, сделана для того, чтобы обсираться, но, блин, ну что ж такое-то? Вон она опять стоит, собака такая. Я войду к ней спиной. Пугай меня, собака. Да не, в чем прикол, тогда спиной бегать. К скримакам. Ну-ка. Женщина. О! А женщин-то нет. Чего? И? Такого я не ожидал, господин разработчик. Спасибо вам за страшную игру. Ух, блин. Что я могу сказать? Вот тебе инди-хоррор на 5 минут. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Всем до встречи в новых видео, ребят. Всем пока. Это, я так понимаю, все. Классно. М-да.